Алло, слышь, Крындель? Чего там? Ну иди-ка сюда-ка на секундочку, кака, чё покажу. Ну чё я там пельмени разлепляю, чё надо-то? Короче, тут какой-то чувак, он вещает, что типа будет скоро конец света. Полный пипец. Ой, прям эко не видаль. Выживут только те, кто приедут вот в определенные координаты. В одном месте Земли только люди выживут. Лабуда-лабудень, переблабудень. Ну, скорее всего, да, но я вот чё-то ему верю, блин, я не знаю почему. Ой, да блин, и ты из-за этого меня оторвала от разлипки пельменей? Да ерундистика-чепухистика, блин, закрой и забудь. Не знаю, Хрюндель, всякое бывает. Слышь, Хрюндель. Чего? Слушай, я тебе спать не могу нормально, вообще не могу. Давай съездим по этим координатам, ладно, где-то недалеко должно быть, по идее. Ну давай, любопытно разжуть. Зачем съездим в жопу? Ну поехали. Ладно, всё. Как называется место, куда мы едем, еще раз? Вот Мазырь, Беларусь. Ну я зырю. Место-то как называется? Мазырь. Чё заладил? Пазырь. Я зырю! Тут много названий. Куда мы едем-то? Мо-зырь, Масяня. Мо-зырь. Не пазырь, не зазырь, не перезырь, а мо-зырь. Очень старый и клёвый город, между прочим. Чё, какие калинковичи? Почему здесь? Где Мазырь? Сказали здесь выходить, из Питера сюда приходят. И чё делать теперь? Куда идти-то? Да чёрт тебя знает. Ищи какие-нибудь подозрительные рожи. Да ты меня знаешь. Все, кто не из Питера, все подозрительные. О, смотри. Объява какая-то точно подозрительная. Кому в крепость грядеши? В Мазыре, кстати, да, крепость есть. Ну, значит, туда нам и дорога. Вперед на танке, турист. Ну и что тут, где тут? Крепость отличная, а где что искать, не ясно. Блин, вот попали. Приперлись фиг знает куда, ищем неизвестно чего. О, смотри, что нашел. Гигантская банка сгущенки. Ну, мне почему-то кажется, что она не просто так тут стоит. Не каждый день постоянно везде стоят гигантские банки сгущенки. Давай заглянем, что там внутри. О, очередное послание. Сбей тень и найдешь, Камо. Че? Че это значит нафиг? И что дальше, вообще теперь непонятно. Ты думай давай, что там написано же, видела? Я думаю, макароны сверятся, только что-то не рожается идей. Что вы там пьете? А я бы хотел сейчас хороший сбитень, вмазать хороший сбитень. Давай зайдем в пиво, да. Погоди-ка, сбей тень там написано. Сбитень, елки-палки, бежим, где сбитень наливают, быстрее. Все ясно. Слово сбитень услышала, понеслась сразу. Стой, меня подожди. Слушай, ну я теперь вообще фанатка сбитня, вкусно, блин. Ништяк вообще пойло. Свежачок. Ну уж конечно, свежачок, его прямо тут и делают. Вон за стенкой. Вам просили передать книжку. Чё? Кто просил? Кто? Где? Один чувак, не знаю как его. Короче, я передал. Так, что за книжка? О, «Золотой теленок», блин. Какого черта? Ой, моя любимая книжка. Кстати, смотри, там закладочка есть. Это где это самое, помнишь, Козлевича Ксензе охмуряли? На закладочке что-то написано. Ксензы больше не охмуряют. Опять головоломка, головопомойка. Гадай теперь, блин. Ну чё, будем опять репу чесать. Ещё сбить не пожалуйста, тут нужно как следует подумать. Ну вот, костёл Святого Михаила в Долине Ангелов. Долина Ангелов? О, крутняк, готика. Цистрианский, говорят, написано в интернете, монастырь был. Какой? Цистрианский. Ну, знаешь слово цистерна? А почём здесь цистерна? А куда я знаю? Читай в интернете. Не, конечно, красивый костёл, но кажется, мы тут не найдём ничего. Цистерна, нет? Нет, Долина Ангелов, чё-то как-то стрёмно. Ну пошли дальше искать, что делать. В католическом не нашли, где ещё что искать, блин, теперь, вообще непонятно. Подожди, это чё, похоже на католический? Бабушка, это чё за собор? А, это Архангела Михаила собор. Опять Михаила. Тут всё про мишек, всё мишкам посвящено. Короче, православный, ничего непонятно, тут нам делать нечего. О, раньше был католический, потом переделали. А, спасибо. Подожди. Переделали из католического. Ксензы больше не охмуряют. Еф! Нашли. А, вот и записка очередная. Трамвай 20-й километр. Прощайте мои ноги. Под крылом самолета о чем-то поет. Столько дней просуществовала Мазырская республика в 905 году. Ну это надо в интернете смотреть, а у меня что-то компьютер что-то подох. Черт, ремонтировать надо. Где, блин? Вот где искать? Не боюсь, найдем телефона. На что у меня этот лапоть?
Короче, как 2 байта переслать, вот уже нашел, смотри. Интернациональная 162, Камо Компьютер Сервис. Стой, подожди, ты сказал Камо? Да, Камо. Так, 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 кажется, мы нашли, из-за кого у меня ноги отваливаются. Ну-ка, пошли разберемся. Оно, оно, заруливаем. Ну что, почините? Да-да, конечно, за полчасика, по-любому. Слушайте, а эти ролики на Ютубе про конец света, это вы сделали? Нет, не я. А как же тогда Камо, вот эти записки, беготня по всему городу, как же? Записки я. Зачем? Ну как зачем? Вам приключения, а мне клиенты. Ну скажите честно, разве не клево погуляли? Ну вообще да, прикольно было. Прям как в детстве, кладка, да ищешь там. Да и вообще тут красиво очень. Ну значит все довольны. Компьютер будет готов через 10 минут. Забирайте и приезжайте зимой с лыжами. Следующий конец света зимой. Пазырь, как прекрасен мазырь.